Здравствуйте, с вами Александр Литвиненко. Сейчас я хочу еще показать вам одно упражнение, как можно использовать резиновый спандер. Сейчас становимся в стойку, то есть начну с самого начала. С резиновым спандером можно отрабатывать удары руками. Существует проблема, когда новички начинают, как в принципе и многие профессионалы, когда начинают отрабатывать удары, они не сжимают пальцы в момент удара. Получается, рука как будто бы такая слегка расслабленная, и она летит бесконтрольно. Я считаю, что это грубейшая ошибка. Почему? Потому что при ударах очень важно сжимать кулаки. Если мы не сжимаем кулак плотно и жестко, то получается, что мы можем себе травмировать ударную поверхность или же кисти, запястья и так далее. Для чего нужен резиновый спандер? Когда я начал разбираться в этой проблеме, я понял, что нужно выработать себе очень важный рефлекс. Это сжатие, максимальное сжатие кулака. Поэтому резиновый спандер помогает тем, чтобы в момент нанесения удара вырабатывать себе привычки сжимать руку. Я думаю, что мой совет вам пойдет на пользу. Вы поймете преимущества этого упражнения и добьетесь хороших результатов. Подписывайтесь на мой канал, смотрите новые видео, оценивайте, общайтесь, обсуждайте. Всего хорошего, удачи!